Какие художественные материалы взять с собой в путешествие? Не берите с собой огромные скетчбуки, отдайте предпочтение маленьким блокнотам. Не забудьте про зажимы, они помогут вам закрепить листы при рисовании на улице. Обязательно возьмите пенал с любимыми принадлежностями. Лично у меня это карандаши разной мягкости, кисти с резервуаром, линеры, черные, цветные, а также нож, точилка и ластики. Если собираетесь вклеивать билетики, пригодятся скотч и клей-карандаш. Кстати, у меня на канале есть длинное видео, где больше информации про тревел-скетчбуки. Ссылочка будет в комментариях. Ну и то, без чего не обходятся мои поездки – акварель в компактной коробочке. А вот такие рисунки получаются у меня в тревел-блокноте.